Я сказал, хотите зима? К разным буйным и экстравагантным поступкам жильца квартиры, расположенной на первом этаже, все давно привыкли. Но жить с ним от этого не легче. То голым на улицу выскочит, то в двери колотит, а с недавнего времени и вовсе угрожает взорвать весь подъезд. Начал мужчина со своего жилья. Он пожар устроил. Квартиру хотел взорвать. Газгард открыл, вот жена здесь у него. Угу. И покоя нам нет. Ну, голова просто не в порядке у человека. Он в том году уже с топором бегал, головой бегал. Да. А сейчас вот полгода потерпел, его лечили, прокапывали. Угу. Сейчас еще хуже идет себя. То, что речь мужчины не совсем адекватна и неважно связана с окружающей реальностью, стало понятно с первых же вопросов. А вы что, костер что ли жгли? Да нет, шашлык хотел сделать. Шашлык? Да. Из чего? Собака где-то не побегала, и свинью я не поймал. Вот только жену хотел взять сюда, заснуть, и она бежит. Ну, копыта лошадь, а копыта-то нет. Привело мужчину в такое состояние, по словам жены, употребление им ежедневно около литра водки и несметного количества пива, которым водку муж запивает. Надоело? Кому он надоело? Они не знают, что тут. А я уже сейчас... Оп. Что же, дурак? От греха подальше полицейские решили передать мужчину в руки специализированной бригады скорой помощи. В ближайшее время родственники намерены поместить мужчину в медучреждение на лечение.